тепер Майдан тебе системно буде проводити ще питання і піднімати питання кібербезпеки. Сьогодні наш експерт Олексій Комар в нашій студії. Олексію, ну от дійсно до цього взагалі, по-моєму, у держави руки не доходять до цих проблем. Здравствуйте. Да, вот простой пример, буквально 10 секунд, которые нам нужно для того, чтобы там осмыслить вопрос и дать на него правильный ответ. Да, за эти 10 секунд в мире происходит более 8 миллионов отправки электронных писем, более 150 обновлений статуса в Фейсбуке и т.д. и т.п. Понимаете, интернет. Интернет, которым пользуется на сегодняшний день каждый третий украинец, помимо той позитивной составляющей, которую он несет и определенную угрозу. Угрозу, прежде всего, информационной безопасности, угрозу инфраструктурной безопасности, если говорить о государственном. Ну, недаремно Путин миллиарды вытрачает на своих... Да. Ну и немаловажный фактор, об этом тоже нужно говорить, это угроза влияния, разложения общества, прежде всего наших детей. Потому что тот объем негативной информации, в частности порнографического характера, который присутствует в контенте, естественно, он направлен на деморализацию общества и, по сути, потерю как такового общества в целом. То есть активные граждане уже так выбиваются завдяки интернету? Безусловно, безусловно. Это технологии, это технологии, которые не просто существуют ради того, чтобы провести как-то интересное время, это не развага, да? А это технологии, направленные на конкретные воздействия. Воздействие либо завладение информацией, которая имеет определенную стоимость, либо, безусловно, воздействие на психику человека. И что хотелось бы сказать в первую очередь, к сожалению, в государстве Украина за 20 с лишним лет независимости сложилась такая ситуация, что мы очень много говорим о IT, мы очень много говорим о том, что это перспективно, это актуально, но, скажем откровенно, системного подхода, наверное, как и во всех областях, это нету. Я являюсь участником создания проекта, целого проекта национальной стратегии кибербезопасности, возглавляю Международный центр противодействия киберпреступности, который объединяет единомышленников, это международная организация, единомышленников не только на территории Украины. Цель, прежде всего, ну, наша, допустим, на сегодняшний день, это популяризация и объяснение обществу о том, что данная угроза есть, чтобы на данном этапе общество понимало не как-то что-то абстрактно, а понимало, что ежедневное пользование электронным ящиком также может нести определенную угрозу. Ежедневное пользование ребенком интернет через планшет, мобильный телефон также может нести угрозу, скрытую угрозу. Когда родители задают себе вопрос, а что происходит с моим ребенком. Последний, кстати, очень вопиющий факт в той же России, когда провели расследование, и оказалось, что через сеть «Контакты» зомбировались более 100 жертв, зомбировались по принципу совершения самоубийств. Да. И мы понимаем прекрасно, что это колоссальнейший инструмент для кибертерроризма. Но это что касается населения. Теперь я хотел бы акцентировать внимание на государственной проблематике, потому что я сам выходец из правоохранительной системы, работал в подразделениях по борьбе с экономической преступностью, организованной. Но так сложилась жизнь, что мне по душе больше интересна была сфера IT. Да, защитил диссертацию, именно связанную с данной проблематикой, и все глубже, глубже, глубже начал докапываться до истины. Так вот,
В государстве Украина на сегодняшний день существует три подразделения, которые, согласно действующего законодательства, обязаны, возложена функция борьбы с киберпреступностью, киберугрозами. Но, вы знаете, я думаю, что если каждому из них задать вопрос, а что сделано за 25 лет с точки зрения коэффициента полезного действия, да, ответ будет, к сожалению, 0,0. И вот эта проблема. Посему, вот что касается, допустим, ТЭС-стратегии национальной кибербезопасности Украины, однозначно должен единый быть орган, консолидирующий как полномочия данных структур, так и, безусловно, консолидирующий хаб, то бишь лабораторию, которая бы занималась технологическими разработками. Потому что у нас на сегодняшний день доходит до абсурда, когда коммунальное предприятие покупает, это действительно факт, покупает за миллионы какую-то абстрактную программу, которая программный код, который украден в соседнем государстве. Но при этом у нас нет экспертов, которые бы даже определили ее реальную стоимость. Сказали, что пиратская программа. Да, что эта программа стоит максимум 1000 долларов. Нарываемость на санкции. Да, максимум 1000 долларов. Ну, опять-таки мы говорим о чем? О воровстве бюджетных денег. Ну и самое, наверное, важное в данной ситуации то, что мы не сможем построить умное государство, разумное государство Украина, не построив грамотную технологическую платформу инфраструктурную для нее. Можно говорить сколько угодно о электронном правительстве, о электронном документообороте, о программном обеспечении в органах исполнительной законодательной власти. Говорится уже десятки рот, да. Да, мы говорим, но давайте, положа руку на сердце, скажем, а какие сделаны первоочередные шаги инфраструктурные, потому что не может развиваться данный продукт, не имея фундамента. Поэтому, безусловно, здесь должна быть четкая стратегия минимум лет на 100. Так вона у вас є, я так розумію. Да, стратегія концептуальна. А де ж ті урядовці, які мають дослухати до цього? Ви знаєте, у нас, к сожалению, все происходит очень просто. Для государства Украины, прежде всего, интересно, для чиновников высшего эшелона власти, больше интересно задать вопрос, а где здесь монетизация для нас? Моя выгода, да. Где здесь монетизация для нас? Приведу простой пример. Буквально 2 года назад, когда я столкнулся с проблемой специалистов в области, экспертов-специалистов в области кибербезопасности, оказалось, что в Украине как таковых даже не готовят. Я предложил Национальной академии внутренних дел, давайте готовить. В конечном итоге пришел к выводу тому, что нужно создавать частную структуру, готовить этих специалистов и помогать государству Украины. Ну, Алексей, можна про це говорити, мені дуже цікаво, я думаю, вам, шановні товариші, тому наступного тижня обов'язково треба підняти знову цю проблему. Це конче потрібно нашій державі. І просто це зрада, інакше не назвеш, коли чиновник, від якого залежить безпека України, свою вигоду, власну, очікує від програми, яку розробили волонтерські для держави. Вона нічого не коштувала. Але скільки воно принесе користі, думаю, що про це слід говорити, і ще й називаючи прізвища тих, хто цим займається. Олексію, велике вам спасибі. Я думаю, що наступного тижня ми вже конкретизуємо, приземлимо це на конкретні позиції в нашому суспільстві. Ну, а вам, шановні телеглядачі, ми дякуємо за увагу, розуміння, і до нових зустрічей в ефірі на цьому майданчику. Майдан тебе!